Завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, который обвиняется в покушении на убийство главы УФАС Александра Боровкова. Евгений Червяков по просьбе неустановленного лица 16 января 2012 года вместе с пособником подъехал к зданию антимонопольной службы, дождался жертву и несколько раз выстрелил потерпевшему в грудь. Жизнь Александру Боровкову спасли врачи. Исполнитель преступления обвиняется в покушении убийства по найму и в незаконном приобретении и хранении оружия. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Напоминаем, личность заказчика и пособника не установлены.